ветеринару Элен поступил необычный пациент. Это был крошечный котенок. После его рождения волонтеры сразу заметили, что малыш не такой, как его братья и сестры. Бездомная мама-кошка родила 5 котят, но только один из них оказался уникальным. Фрэнсис совершенно не рос после рождения, хотя питался очень хорошо. Другие детеныши набирали массу, но наш герой в возрасте 3 недель едва достиг веса в 100 грамм. Несмотря на это, малыш очень старается во всем подражать старшим котам. Бегать, прыгать, играть – это все он научился делать на отлично. Размер – не главное. Об этом кричит все его храброе геройское поведение. Тем не менее, здоровье котенка вызывает вопросы, и сейчас Элен прикладывает все силы, чтобы котик не болел. Она забрала его к себе домой, где поручила опеку над ним своему домашнему белому коту по кличке Бенни. У Фрэнсиса были взяты анализы, которые покажут, почему малыш не прибавляет в весе, и отчего у него местами выпадает шерстка. Не исключены проблемы с щитовидной железой, однако волонтеры надеются, что диагноз гипотиреоз не подтвердится. А пока Фрэнсис вполне доволен жизнью. Он очень любит своего названного отца Бенни, а тот учит крошку житейским премудростям. Животные спят рядом, на одной подушке. Фрэнсис – настоящий боец, и когда-нибудь он станет взрослым и сильным. Мы желаем крошке возмужать, поздороветь и никогда не сдаваться. Пусть в его маленьком теле живет большое и доброе кошачье сердце.